Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Объявление. Конкурс на лучшего ведущего. Привет, Маруся. Ну, привет, Саня. А что это ты сегодня такая красивая, нарядная? Не, ну ты, конечно, всегда красивая, но сегодня прям какая-то особенная. Да так, просто настроение хорошее. Да. Ну, ладно. Слушай, Сань. А тебе, случайно, никуда не надо? А то я тут для ребят тему интересную приготовила, подготовилась. Если у тебя дела, то можешь спокойно идти. Я вообще без проблем тебя подменю. Я и сама справлюсь. Да нет. У меня сегодня вечер совершенно свободный. Ребята, ко мне сегодня такое вдохновение пришло. Мне так хочется с вами поделиться. А ты мне немного... Ну, вообще мешаешь. Может, пойдешь? Нет! Я останусь, мне важнее. Нет, я. Мне, может, надо в конкурсе победить. А что это тебе? Может быть, это я побежу, то есть победю в конкурсе. Погоди, а откуда ты про конкурс знаешь? А ты? Ладно, тогда пусть ребята сами решат, кто лучше из нас проведет программу. Справедливо. Ребята, сегодня я вам расскажу про лягушек. Хотите? Ребята, лучшая ведущая та, которая может подстроиться к любой теме. Лягушки? Так лягушки. Видите, я даже книжки принесла, чтобы вам было интересно и познавательно. Ребята знают, что самые интересные передачи — это те, где мастерят подделки, так что у тебя нет шансов. Маруся, не делай поспешных выводов. Пусть ребята сами решат. Ты делай свою подделку, а я расскажу несколько фактов о лягушках. Договорились. Итак, красный, черный, белый, синий, оранжевый. А где же зеленый? Мне нужен зеленый. А это, кстати, Маруся, большое заблуждение. Что именно? Что лягушки бывают только зелеными. Их больше 5000 разновидностей. И не только зеленых, а еще красных, синих, фиолетовых. И даже прозрачный. Ой, так вот же он выпал. Ну, ты знаешь, я все-таки сделаю привычную нам зелененькую лягушку. Это верно, потому что многие из этих цветных лягушек ядовитые для других животных. Понятно.
существа? Да они же даже бегать быстро не умеют. Тоже мне хищник. Ну, хищником ее никто не называл, но быстро передвигаться она еще как умеет. Ты что, никогда не видела, как они ловко прячутся в воде? Лягушек один прыжок почти 3 метра. Ого! 3 метра! Это ж какие лапы надо иметь? Не лапы, а длину всего тела. Эта красотка метр в длину, а весом больше 3 килограммов. Ха, не хотела бы я с такой встретиться. Мне по душе больше маленькие лягушки. Маленькие, говоришь? Бывают такие лягушки, что ты бы их даже не разглядела. А что это я бы их не разглядела? Зрение-то у меня вроде хорошее. А дело не в зрении. Дело в том, что размером они всего-то 9 миллиметров. И живут не у нас, а на Кубе. 9 миллиметров? Такая маленькая. Всего 9 миллиметров. Ой, Сань, заболтала меня совсем. А у меня ведь поделка уже давно готова. Посмотри, какая она хорошенькая. Правда, я лучшая ведущая? Лучшая ведущая бы про мультфильм не забыла. Я вот, например, помню. Я тоже помню. Просто подделкой увлеклась. Ребята, смотрим. Теперь будем определять, кто лучше. Ребята, мы готовы. Итак, кто сегодня лучший ведущий? Эй, и что? Победителя не будет? А я вот ни капельки не расстроилась. Ничья. А это значит, что ребятам с нами было интересно. Спасибо вам, мальчишки и девчонки. Мы вас тоже очень любим. Пока-пока, ребята. Увидимся. До скорой встречи, ребята. До опять. Цветные сны совсем не спят, чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы надеть пижамку на...